просто проплыть, походить по озеравкам, посмотреть красоту и продвижение САП, движение в Мёрском районе, Меора. Посмотрим, может потом какую-то более глобальную акцию устроим, все люди подтянутся. Пока сами попробуем, изучим, как это все будет выглядеть. Всем привет! Сегодня, как можете видеть, нахожусь на Ельне. Приехал сюда в очередной раз. И небольшая компания сегодня планирует дойти до конца тропы Озеравки, Ельня, которая называется. И там уже начать свой путь на сабордах. Проплыть, посмотреть на эти красивые места. Так что обязательно смотрите. Надеюсь, вам понравится. Всем приятного просмотра. На Ельне сделан деревянный настил на всей протяженности тропы. Раньше было только половина, нужно было идти от начала тропы по болоту, по траве, по канавам. Но сейчас можно идти в кроссовках даже, в любой обуви, кроме сапог даже. И очень удобно. Сделан он относительно недавно, где-то меньше года назад. В каждом своем видео о Ельне я говорю,
что если вы ни разу не были в этом месте, обязательно сюда приезжайте, посмотрите. Ведь здесь очень красиво, здесь своя атмосфера, и вы обязательно должны в нее окунуться.